такой игре, в принципе, мы и готовились, потому что мы знали, что команда «Заряд» довольно-таки хорошая команда, которая и мяч может контролировать. И проанализировав ее, я понял, что нам будет действительно очень тяжеловато. Но я благодарен ребятам за то отношение, опять же, что они смогли переломить довольно-таки тяжелую игру в свою пользу. Я им действительно благодарен всей души. Но, знаете, как говорят, нельзя доводить до такого, чтобы было прединфарктное состояние. Такой вопрос, почему уже не первый раз выходит так, что для того, чтобы забить гол, ему должен сначала работать? Ну, я не знаю, мне тяжело сказать, потому что я с командой работаю буквально 10 дней. Это надо работать, это за один день все это не делается. Будем исправлять эти ошибки, потому что, опять же, если бы, допустим, нас разорвали, забили, там понятно, а так мы сами дарим те моменты, и после этого приходится прикладывать неимоверное количество усилий для того, чтобы перевернуть исход матча. Но опять же, я когда пришел первый раз сюда, я сказал, что ничего рушить нельзя, нужно все хорошее, то, что есть, оставить и пытаться что-то добавить к игре. Может быть, там и агрессии впереди это. Где-то, может быть, кто-то недопонимает, но я почему говорю, что над этим нужно работать. То, что вы спросили, что вы работаете, мы всегда с ними обсуждаем, всегда анализируем, мы показываем, вызываем и по линиям, и так, то есть как бы в этом плане мы работаем. Скорее всего, что, может быть, где-то не достучались до ребят. Но это за один день, еще раз говорю, за один день это не решается. После сегодняшнего матча, после сегодняшнего результата, который вот после победы, можно сказать, что это начало, так сказать, вот чего-то большего, наверное, или там можно сказать, белые волосы, то есть победы? Я так думаю, что когда будет, опять же, определенное количество игр с хорошим результатом, тогда можно будет об этом говорить. Пока это, будем говорить, маленький шажок, может быть, к чему-то хорошему. Несколько дней назад играли с Шерифом, совершенно с трибуны. Видели немного другую землю, более сконцентрированную, более острый в атаке. Да, человек тоже что-то давали, забили 4 гола, это супер. Но в концентрации по продвижению показалось, что команда более организованная. Сегодня даже много хаоса. Ну и у Зари, в принципе, то же самое. С чем? Почему вот так? Я так думаю, что, во-первых, в игре с Шерифом мы действительно отдали очень много сил, потому что, вы сами видели, мы проиграли после 40-й минуты. И пришлось, опять же, не будем забывать, что Шериф – это команда. И пришлось играть первым номером. А вы поймите одно, что играть первым номером против Шерифа – это большого стоит. И действительно очень много силы дали. Что касается на восстановление у нас, опять же, я говорю, что Заря в таком же положении было, то есть 2 дня на третий. И я почувствовал даже на разминке, что очень вяло все. Попытался донести в раздевалке и в перерыве. Ну, где-то дошло, где-то не дошло, потому что, скорее всего, что не дошло, потому что мы начали, почему говорю, только вышли с раздевалки, мы пропустили. И второй тайм то же самое, только начали игру, буквально вторая минута, мы уже опять попадаем 3-2. Надо было тогда больше общаться, больше говорить. Ну, буквально, что в прошлый раз мы говорили с вами о том, что проблемы с реализацией моментов. Сегодня так пробило сразу 4. Ну, опять же, будем говорить, что сегодня 4. В прошлой игре ни одного, оно где-то компенсирует, но моментов мы создали и с Шерифом, будем так говорить, не могу сказать, что их было много, но мы создали моменты, когда мы могли реализовать. В этой игре нам повезло. Единственное, что я говорю, что очень много мы предоставили подарков команде соперника. В концовке матча я могу сказать, что в таком положении может оказаться любая команда, когда на тебя давит результат, плюс не будем забывать, что мы играли с Зарей, и у нас, будем говорить, что игра шла за 6 очков, потому что проиграв дома, мы опускались на последнее место, поэтому вот эта нервозность, она, в принципе, шла за нами в течение всей игры. И то, что в концовке была нервозность,
Это нормальное явление. В любой игре поймите, что когда команда соперника проигрывает, начинаются длинные передачи, подбор, борьба и опять же навязывают, будем так говорить, свою силовую манеру. Попытались, опять же, нейтрализовать. Я так думаю, что нам повезло в этой ситуации. Ну, у нас перед этой игрой были проблемы с составом. Вышло в первом тайме в стартовом составе два игрока впервые. Можно сказать, дебют был в национальной дивизии, еще один вышел на замену. По самоотдаче, в принципе, здесь претензий нет. Пытались играть в футбол, но если забиваешь 3 гола на выезде, не можешь пропустить 4. Хотя 2 или 3 – это из-за наших собственных ошибок. Пожалуйста, вопрос. Учитывая, что сегодня так много голов, и учитывая те кадровые проблемы, которые вы испытывали до этого матча, доволен ли вы игрой, то есть и тем, что вы сегодня увидели? Ну, игрой доволен, результатом понятно, что нет. Самой игрой. Большинство болельщиков зайдет за вопросом, будет ли усиление все-таки? Ну, мы ищем. Я думаю, что будет. Не могу сказать, что может быть к игре на кубок у нас будет несколько новых игроков. Посмотрим. Ну, так-то легко найти. У вас календарь такой сейчас зиму. Учитывая 7 голов, дальше Шериф, потом перерыв. Кубок еще. Ну да, кубок после этого перерыв. И потом Еврокубки, да. Так, учитывая тот такой календарь, который у вас сложился, вы примерно представляете, что будет и как будет дальше действовать? Ну, если так взять, значит, Ермак он пропускал из-за дисквалификации, Апостол травмирован. Вот, в принципе, двое еще. Наших, я думаю, что они восстановятся. Они будут играть сначала кубок, потом Еврокубки. Но нам надо выселение не только для Еврокубков, но и чемпионата. Вы примерно уже разбирали снова с опять? То есть если у вас прямо уже есть, вы знаете? Ну, мы сейчас думаем больше, видите, что много игр, там уже. Сейчас будем думать о Шерифе, потом уже после Шерифа, можно сказать, когда будем играть на кубок, уже примерно будем моделировать ту модель, которая будет в Польше. Владимир Иванович, такой вопрос по игре. И у одной, и у другой команды при когда забивали голы и другие моменты, то есть были много ошибок и у одной, и у другой команды, то есть много хаоса. Почему, как вы думаете, почему и у одних, и у других так было всегда? Я не могу о Зимбру говорить, я могу сказать о нашей команде, что в принципе вся оборона она была перестроена. Бурлак выиграл центрального защитника, в этой игре играл правого. Русу всегда играл лево центрального, сегодня играл право центрального. Чемский не играл крайнего защитника, ну и Домбровян первая игра, ну, в принципе, молодец, хорошо сыграл. А 2001 год рождения, как довольно? Да. Дебют его в Шерифе, да? Да. С мячом, спокойно, хладнокровно. Единоборство особо не проигрывал. Все, что надо было для центрального защитника, он сегодня сделал. Ну, если так, кто забил бы, наверное, больше бы. По игре, наверное, мог бы его больше. И мы, и Зимбу мог больше. Моментов много было. Можно сказать, была открытая игра. То у нас был контроль мяча, потом у Зимбы. Никто не оборонялся. Как заставляла ситуация, так и играли.